припихуючись к фронту, я понял, что то все неправда по глазам пацанів, яких ми міняли. Буквально з рассветом, як тільки начався робочий день, нас почали крити з усього: з танків, з мінометки, з АГС, з стрілкового оружия. І практически где-то в течение первых двух часов окопчики, в яких мы были с дедом, вот так метр друг от друга, оказались в авангарде вообще всех наших позиций, потому что все, кто были перед нами, были либо серьезные 300, либо 200. Там и Мишка, повар, потерял кусок ноги, Оса потерял кусок сраки, Малина и Мураха стали 200-ми, и еще пару пацанів ЗСУшників, яких я лично не знал, тоже остались в тих окопах. Ну, короче, плотность была огня настолько велика, что голову можно было высунуть только в тот период, когда они подлетали дроном, чтобы скорректировать огонь. А кучность была настолько высокой, настолько прицельно лупили, что один снаряд ліг прямо в бустер между нами с дедом окопчиком, и маленький осколочок ранив деда в голову. Дед мені потім ще вспоминав, що каже, я прямо бачив своїми глазами, як оця міна летіла на мене. Ну, короче, ну, отступати був взагалі не варік, тому що, во-первых, якби ми здали ці позиції, то дорога, по якій ми отходили і підходили, прострелювалась. От, це раз. Во-вторых, до посадки нам було 50 метрів, і по світлому дійти взагалі було ніяк, тому що так з усього лупили, що ми по-любому би превратились в решето. От. Поэтому, короче, нам приходилось оставаться на місцях и надеяться, что нас принесе. Честно говоря, я вообще впал в уныние, потому что я уже не надеялся, что я оттуда выйду. Я просто лежал, достал телефон и начал дивиться на фотографию дитини своей. Это единственное было, что я хотел в тот момент бачить. И после очередного прильота я побачив, як із окопчика деда йде дим. Я подумав, що в деда попало і детонував його боєкомплект. Я почав гукати його: «Дед, дед». А він озвався: «Що?» Я кажу: «Дед, що там у тебе?» Він мені каже: «Все нормально». Я кажу: «А що за дим?» А він мені каже: «Та це я чай за аварію». Прикиньте, я просто прозрів. Іменно це воспламенило мені уверенность в собі. Тому що я подумав: «Блін, куди ж умирати, если мы еще даже чаю не попили?» Именно там дед и получил другую часть своего позывного. Его стали называть «Дед Побед». А пацаны, які нас меняли, когда узнали, что мы называем его «Дед Побед» и считаем своим талисманом, просили, чтобы мы оставили его с ними на позициях. Но мы никак не могли этого сделать, потому что это был наш «Дед Побед». И он приносил нам удачу.